представляем авторский цикл композитора Ивана Соколова о связи музыки с живописью и поэзией. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, с вами Иван Соколов, и мы хотим сегодня поговорить о музыке, но не только, о музыке в связи с живописью, поэзией, с другими видами искусств, о музыке в ряду этих видов искусств. Основная цель наших лекций – рассказать о русской музыке XIX века и ее связях с другими видами искусств. Но тема эта, хотя она, конечно, и очень объемная, но она не может занимать все наши лекции, потому что к этой теме надо подвести. Поговорим о Бахе, потому что Бах – ключевая, центральная фигура музыки. Баха в XIX веке знали уже все музыканты. Музыку до Баха, вот те музыканты, о которых мы будем говорить, Мусоргский, Чайковский, Скрябин, Рахманинов, музыку до Баха они знали или плохо, или вообще не знали. И если даже они ее знали, например, Танеев Сергей Иванович, он прекрасно знал, у него была огромная библиотека до баховской музыки, и он ее пропагандировал. Если они ее знали, как-то не очень она, в общем, находила отклик в их душах. Есть такая забавная история, описывает Сабанеев в своей книге, как в Рахманиновском зале Московской консерватории впервые исполнялось хором сочинение средневековое, по-моему, месса Палестрины. И вот Танеев всех, так сказать, звал на это сочинение, на эту премьеру, так сказать, вот для Москвы. Говорил, что это прекрасное сочинение, полифония. Все музыканты были возбуждены, пришли. И даже Лев Николаевич Толстой собирался прийти, чтобы послушать. И Сабанеев говорил, что все ждали Толстого и не начинали концерт, потому что он хотел прийти, но он опаздывал. В конце концов, ждать было уже некогда. Концерт начался, а Сабанеев сел на предпоследний стул около входа, оставив последний стул свободным для Толстого, если он придет, чтобы он не искал места и сел. И когда музыка зазвучала, минут через 10 вдруг действительно вошел Лев Николаевич Толстой. Никто его не заметил, все слушали. Сел как-то так бочком, немножко послушал, так поеживаясь как-то. А потом минут через 15 встал и убежал. И никто так и не понял, что Толстой все-таки приходил. Видимо, ему не понравилось, и он решил, что пусть лучше знают, пусть лучше даже не думают, что я пришел. Вот, но Сабанеев-то знал, что он был. Вот такая история. Музыку эту средневековую мало кто понимал. Любили Баха, и то даже не все. Римский-Корсаков довольно, так сказать, в своей книге «Летопись моей музыкальной жизни» скептически отзывается о страстях по Иоанну Баха, которые исполнялись в то время. Вот. Но как бы то ни было, влияние Баха даже на Римского-Корсакова огромно. Вот. И поэтому мы не можем в нашей лекции не можем не коснуться основательно, но все-таки не так основательно, как мы это делали в моих других курсах, где Баху десятки лекций посвящали. Здесь я сконцентрируюсь в одной лекции на том, как это было у Баха. Риторические фигуры существовали, они примерно, вот даже и после Баха немножко еще времени в музыке бытуют, потом уже их применение становится неким архаическим таким элементом в музыке. Даже и у Бетховена что-то еще можно найти. Но у Баха это вот центр, связь живописи, связь движения, связь линии с музыкальной линией, безусловно, очень важна. Вот вам пример. «Волна». Вот
Я как-то был в музее Рублева в Москве, зашел в книжный киоск и смотрю, обложка книги, изображение моря на русских иконах. И там волны. И вот эти вот круги, кружочки. Вот эти, как будто бы такие, знаете, барашки. Вот, даже есть слово такое, на море барашки. Такие белые волны, закругляющиеся. И вот я сразу вспомнил Шахерезаду Римского-Корского. 19 век, Россия. Это то время, к которому мы идем в наших лекциях. Вот эта вот музыка, она именно построена по баховскому принципу. Смотрите. Музыка идет наверх, та-та-там, а потом закругляется. Вот. Это волна, это изображение волны. А откуда Римский-Корсаков взял эту мелодию, спрашивается? Это мимажорная, и тональность даже совпадает, мимажорная прелюдия Баха из первого тома хорошо темперированного клавира. Тональность совпадает. Мой профессор Баташов говорил, если даже тональность совпадает, значит, на варе и шапка горит. Он даже тональность не изменил, чтобы никто не понял, что это, так сказать, воровство. Это, конечно, шутка, никакое не воровство. Вот. Но вот здесь, пожалуйста, как раз обратите внимание на то, что это ярчайший пример того, как музыка Баха влияет на всю последующую музыку, даже русскую. И, в частности, риторические фигуры. И поэтому тут русская ли это иконопись, или у Баха были картины немецкие его времени, которые он прекрасно знал. Я думаю, что он не был специалистом по русским иконам, Бах. Он же даже никуда не выезжал, так сказать, за пределы Германии, хотя он каким-то образом все знал. Вот, например, у меня глубочайшее убеждение, что Бах знал величайшую картину Ван Эйка «Генский алтарь», которая была уже в то время знаменитой. У меня вот есть такое изображение этого генского алтаря. Центральная часть этого алтаря, вот она, внизу, в центре, состоит из таких вот потоков людей, которые идут к центру картины, а в центре стоит алтарь, то есть престол, на котором овечка, агнец, агнец Божий. Это символ Иисуса Христа, потому что он был невинный, как овечка, как агнец, и он был принесен в жертву. Помните, еще в Ветхом Завете Авраам и Исаак. Авраам услышал голос Бога: «Принеси в жертву своего любимого сына, единственного Исаака, чтобы доказать мне, что ты меня любишь». Он решил проверить, как любит Бога его чадо Божье Авраам. И вот Авраам так любил Бога, что он взял своего единственного сына, единственного маленького мальчика, и повел его в лес. «Папа, куда мы идем?» «Мы идем приносить жертву Богу и нож в руке». «Папа, а где же овечка, которую мы будем приносить?» Мальчик боится. История страшная. Святослав Рихтер рассказывал в дневниках, когда его папа Рихтера ему это прочел, он дрожал, плакал. Этот мальчик дрожит, что-то предчувствует, понимает, что что-то страшное. Они приходят на эту гору. Авраам связывает Исаака, связывает его руки, ноги, чтобы он не убежал от вида этого ножа. И в тот момент, когда Авраам заносит нож, раздается голос Бога: «Теперь я понял, что ты меня любишь и что ты способен на такое событие». И вдруг в кустах появляется овечка. Откуда ни возьмись. «Вот, — говорит Авраам Исааку, своему сыночку, —
Вот овечка, сыночек, развязывает его и закалывает овечку. Фантастика. И эта история, она как раз-таки и говорит о том, что скоро на землю, ну, скоро, неизвестно через сколько веков, придет вот тот самый Иисус Христос. Бог, Отец, заколет, принесет в жертву ради любви к человечеству своего Сына Иисуса Христа. И эта история из Ветхого Завета, она является, ее читают в качестве премий на воскресенье, на Пасху Христова. И именно эта история, она именно является предвозвещением. Везде, в любом событии Нового Завета есть что-то в Ветхом, что его предвосхищает, предвозвещает. И вот здесь тоже, я объясняю, почему Христа символизирует именно Агнец. Вот почему. И к этому Агнцу, который стоит на престоле, который вечно закалывается, вечно. Вот в чем гениальность живописи? Вот музыка, мы ее сыграли, ее нет. Она есть в нотах, да, в зрительно, но она не звучит. А живопись, вот она всегда. Понимаете разницу между музыкой и живописью? Вот сколько бы мы ни смотрели, даже когда мы на нее не смотрим, она все равно есть. Конечно, можно сказать, да, музыка тоже звучит, но где она звучит? В прошлом. А это есть в нашей реальности. Картина, даже она, когда не освещена, она существует имманентно. И вот к этому Агнцу, который существует вечно, всегда, и который вечно на кресте, сходится со всех сторон группы людей, эти линии, эти гаммы, я уже сравниваю с музыкой. Люди, паломники, святые, отшельники. Кого тут только нет. Вы можете сами посмотреть потом внимательно на эту картину. На это картина ли это или икона? Тоже хороший вопрос. Конечно, тут есть и заказчики вот на створках. Вот они справа и слева. Это и картина, и икона. Тут есть было как раз то самое время, когда иконопись постепенно приобретала живописные черты. И вот я хочу здесь сказать такую вещь. Знал Бах эту картину или икону, да, знал. Но можно ли сказать, что он, как Рахманинов в этюдах картинах, имел в виду эту картину и на ее сюжет написал какую-то свою определенную прелюдию и фугу? Конечно, нет. Вот то, о чем мы будем подробно говорить в лекции о Рахманинове, разбирая его этюды картины, опус 39, и говоря, какая конкретно картина к какой пьесе подходит, соответствует. Иногда Рахманинов сам говорит, иногда намекает. Здесь этого, конечно, нет. Конечно, здесь надо искать опосредованную связь. И вот Берченко, Роман, замечательный музыковед, в своей книге «В поисках утраченного смысла» он разбирает каждую прелюдию и фугу Баха и дает живописные ассоциации. То есть та или иная картина на этот же сюжет. И вот когда я разбирал в другом цикле лекций все прелюдии и фуги Баха, то эту картину «Генский алтарь» я сравнивал либо с си минорной из первого тома, прелюдией в основном. Прелюдия – это вот эти вот потоки людей, которые стекаются к Агнцу, а фуга – это сам Агнец. Либо бедурную, сибмоль-мажорную из второго тома. Но сегодня я хочу сыграть вам сибемоль-минорную прелюдию и фугу из первого тома хорошо темперированного клавира Баха, в рассказе о которой я не говорил о Генском алтаре, в том рассказе, который был в прошлом цикле лекций. Я говорил в рассказе об этой прелюдии и фуге о том, что она обобщенно говорит нам о Христе. И вот
именно гениальность этой музыки в том, что здесь связь этой музыки с живописью, она опосредованна. Тут нельзя сказать конкретно вот именно это. Да, может быть, Христос идет на Голгофу в этой музыке. Может быть, здесь три как-то мелодия, гармония, ритм, три, так сказать, кита, на которых стоит музыка. Вот. Может быть, это Троица, которая находится, страдает на кресте. Суть связи живописи и музыки в барокко, и в частности у Баха, в том, что здесь нет прямой связи, что здесь еще нет того перетекания, какое это будет у романтиков, у Вагнера, и, конечно, вот этого Gesamtkunstwerk, понятие единого произведения всех видов искусства. То, что возникло уже у Вагнера, и то, что продолжал Скрябин. Вот этого здесь пока нет. Давайте послушаем прелюдию и фугу си бемоль минор Баха из первого тома хорошо темперированного клавира.
Это была прелюдия и фуга номер 22 Баха из первого тома хорошо темперированного клавира. И я только что говорил, что вот помните Генский алтарь, стекаются к алтарю люди. Вот в других примерах, вот в 24-й, который через одну, собственно, пойдет, там в прелюдии люди сходятся, а в фуге это сам Агнец. А здесь наоборот. Прелюдия – это Агнец, а фуга – это сходящиеся к нему люди. Это мерное движение, спокойное, какое-то безостановочное. Люди, которые идут к нему, люди, которые идут к Богу. Антропотеция. Бог – теодиция. И вот у Баха были сыновья. Вот их было, вы знаете, 21 ребенок или 20 детей. Из них, по-моему, 11 девочек, 9 мальчиков. И из 9 мальчиков выжили 5, дожили до, так сказать, зрелого возраста. И все стали музыкантами, и все стали композиторами. Только один был, по-моему, не композитор, а церковный музыкант. Четверо известны в истории как достойные продолжатели гения отца. Из них самый знаменитый – Карл Филипп Эммануил Бах, слава которого превосходила славу отца при жизни отца и после, незадолго после его смерти. Вот у него был как раз сын у Карла Филиппа Эммануила, которого звали Иоганн Себастьян Бах. То есть так же, как и отца Баха. И этот сын был художник. Он поехал в Италию учиться живописи. Тогда все почти ездили в Италию учиться живописи. И довольно рано умер. Есть картина этого художника, которого зовут Иоганн Себастьян Бах. Дошли до нас картины внука Баха. Вот. Итальянский пейзаж, очень хорошо, грамотно сделанный. Это просто эпизод, который исторически довольно интересен в наших лекциях, как музыка и живопись соединялись, как даже в семье Баха был художник. Барокко на музыке Иоганна Себастьяна Баха заканчивается, уже его самые последние сочинения проникнуты духом раннего классицизма, все его сыновья и Гайден, который родился в 1732 году, это уже ранний классицизм, и в конце жизни Гайдена – это уже зрелый классицизм. Когда Бах умер, Гайдену уже было 18 лет. Вдумайтесь в это. Вот как музыка соотносилась с живописью в эпоху классицизма, об этом мы поговорим уже перед эпохой романтизма, которая нас ведет в XIX век и в Россию. Спасибо, друзья. До свидания. Всего доброго. Дорогие друзья, также смотрите в плейлистах циклы Ивана Соколова «От Баха до наших дней» 280 лекций и «О современной музыке» 60 лекций. Аудиоверсии доступны в подкастах на всех известных платформах и в Яндекс.Музыке.